Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Enclave, ну и сегодня попробуем пройти вот это. Tall Force, Арена Тьмы. Начальные которые, ну а почему нет? Кого же мы возьмем? Ну давайте возьмем... Ассасина, а почему нет? Так, гномий арбалет, конечно же, 240 болтов. На доспехи чуток не хватает. Ну, если, скажем, что-то убрать. О, три зелья здоровья. Лучше возьмем три зелья здоровья, а уж как-нибудь обойдемся с легкими доспехами. Доспехами. Кинжал. Можно улучшить. И, возможно, арбалет. Вот, тяжелый. Это будет лучше. Кроме того, вообще прекраснейшая штука. Отравленные болты. Это просто то, что нам нужно. Лук. А вот еще эльфийский лук. Ну, думаю, мы его использовать, наверное, ну, не получится нам его использовать сильно, но все-таки. Так, в общем, понятно. Сразиться с врагами, если вы победите, получите щедрое вознаграждение. В общем, все ясно. Ну что ж, ассасин, покажи, кто тут мастер убийства. А вообще, можно даже попробовать ядовитыми стрелами, так веселей. Но я подозреваю, они кончатся до того, как... Ага, вот. Идет. Куда делась? Только что ж бежала. Ага, боится арбалета. Ну, конечно. И чё? Все равно ж тут... попадать. Я уже задумался, наверное, все-таки магом надо было пробовать. О, один удар, 4 дырки. Ну, как неприятно. Это просто маленький хоббит, в них не попадает. Да, знаете, несмотря на что вроде бы хороший арбалет и все такое, ну хороший он по уровню, вроде как неплох. Так, это какое-то уже позлее. На, показалось. Кто куда побежал? Стой на месте. Чего они не любят стоять на месте? Ну я же по них стреляю, ну вот. Все, все, умирай. Прекрасно. Послушная. Вообще здорово. По-моему, тут самый вариант, это вот тут у двери стоять и ждать их. Они отсюда и выходят в основном. Ку-ку. Давай, до свидания. Ха, легкотня. Это для писунков из детского садика. Ну, 100 монет все-таки не повредят. Может, мы так на средние доспехи наскребем. Далее. Ну, далее, соответственно, Арену Тьмы опытный боец. Хм. Ну, на 100 больше это, конечно, хорошо, но надо-то поболее. Начинаем как есть. Так, все то же самое. Берем отравленные стрелы и будем сразу мутузить ими. Да ладно. Ну, это, в принципе, хорошо. Все, поток иссяк.
Но обязательно, когда мы оттуда уйдем. О, вот-вот. Тут кто-то вышел через другую дверь. Оказывается, это не единственный вход на арену. На что не рассчитывают? Ну, у нас же тут супер-мега-ассасин. Чего она не дохнет? Гадкая эльфийка. Да-да-да. Ну? Как они вот прямо вот мастерски прячутся за любой препятствием, просто чтобы даже не видно было. Опа. Искусственный интеллект, что ж вы думали? Еще одна. До свидания. Ну, на всякий случай выпьем все-таки один пузырек. Но правда вот у нас стрелы кончаются, те, которые ядовитые. Это хуже уже. Ну кто там лезет? Вылазь уже. Ого. Это что-то злое. Да-да-да-да. У него хорошо получается. Ну и ладно. Это уже было 9. Там было вроде бы 6. Значит, следующий 12. Однако становится злее. Профессионал. Естественно, мы возьмем ассасина, да. Вроде видать, что тут есть, так что идем в бой. Ну, то есть сетап тот же. Ну, просто уже несколько попыток. И они довольно печальны. Потому как если в конце не маг забивает, так рыцарь. Где бы тут какую-нибудь точку безопасности найти, чтобы все подходили строго по одному и издаля. Вроде бы еще одна такая есть. Привет. Ну, это простой маг. Если бы все такие были, было бы классно. Увы, нет. Так, где-то появляется злой маг. Вон он. Не-не-не-не-не. Я с ним не играю. Он реально злой. А что делать-то? Теперь как-то с магом вот этим разобраться вообще было бы хорошо. Но поймите правильно, у него наводящиеся молнии или что это такое. И это довольно печально. Ай-яй-яй-яй-яй. Я бы очень был бы рад, если бы он немножко того.
Ну, вроде нет. Пойди ж пойми, того он или не того. Непонятно. Кто-то еще где-то есть? Надеюсь, это не маг. Он злой, действительно. Ну, может, не маг. А может, еще один маг. Вот бог их знает. Да. Ай. Отлично. Фух. Ну вот, все 12 врагов. Собственно, чего было-то бояться-то? Легко. Всем пока, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а что будет дальше, мы узнаем в следующем эпизоде. До новых встреч.